Кстати, уже нынешняя осень стала урожайной для белорусских нефтяников. Одна из скважин в России, разработанная нашими специалистами на осеннем месторождении, дала фонтанный приток нефти более 100 тонн в сутки. Бурение шло на ранее заброшенной скважине с использованием современной технологии бокового ствола. По данным исследований, в скважине еще 16 метров нефтенасыщенных пластов, что позволяет рассчитывать на новые притоки. Когда мы пришли в этот актив, на данной залежи мы добывали порядка 100 тонн в месяц. На текущий момент данная залежь уже вышла среди имеющихся объектов на ведущие позиции и добывает порядка 200 тонн в сутки. На текущий момент скважина уже добыла 8 тысяч тонн и продолжает добывать. За последние несколько месяцев это уже вторая высокопродуктивная скважина на осеннем месторождении в России. В начале сентября одна из скважин также дала приток нефти со схожим дебитом.